Масштабный ремонт дорог продолжается в Тверской области. Только в этом году в регионе предусмотрен ремонт 460 объектов. Это региональные, межмуниципальные и местные дороги. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как проходит ремонтная кампания, рассказывает Наталья Чекет. Точно по графику идет реконструкция и строительство дороги в промышленной зоне Боровлева-2. Она соединит промзону с ПК «Аквариус». Протяженность объекта составляет более 2 километров. Он поделен на 2 участка. Первый – это существующая дорога. Здесь подрядчик уже снял асфальт и ведутся работы по устройству дорожной одежды. Второй участок – это как бы он новострой. Здесь полностью весь комплекс работ, снятие растительного слоя, устройство земляного полотна из песка, который выполняется вот в настоящий момент. Кроме этого, происходит за реконструкция существующих коммуникаций, они уже как бы частично выполнены, заканчиваем. Дорога будет собой представлять двухполосную дорогу с пешеходным тротуаром. Где-то порядка 26 пересечений и порядка 20 водопропускных труб будет построено на этой дороге. Они уже частично выполнены. Кроме проезжей части, здесь установят 6 автобусных остановок и будет запущен общественный транспорт. Все работы планируется завершить в конце сентября. А на другом участке, подъезд к промзоне Боровлева-2, все работы уже завершены. Реконструкция и строительство подъездных дорог к инвестиционным площадкам реализуется по поручению губернатора Игоря Рудени. Сейчас на территории Верхней Волжи ремонтом охвачено 30 автодорог. Работы ведутся в 17 муниципальных образованиях Тверской области. В общей сложности это 326 километров дорог. Отдельно хочется отметить, что на объектах уже проводятся рабочие и межведомственные комиссии. Например, сдан участок дороги опорной сети Тверь-Латышно-Шаховская-Уваровка, а также подъезд к логистическому комплексу «АвтоВАЗ». В этом году продолжается реализация масштабных инфраструктурных проектов. Строительство западного моста, транспортной хорды между федеральными трассами М-10, М-9 и М-11. Запланированы работы по вылетным трассам в Твери, на Санкт-Петербург и Кимры, а также въезда в Оржев.